Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на курсе «Баланс». Сегодня у нас с вами опять небольшая работа с психосоматикой. Друзья, я сегодня хотела бы вам рассказать про эмоции злости и где они у вас хранятся, где они находятся у нас в лице. Друзья, это жевательные мышцы лица. Давайте сразу их найдем. Поставьте пальчики на щеки, и вы сразу, у вас пальчики провалятся в мягкую щечку, и вот такой вектор к ушам выберете, да, и вы сразу наткнетесь на там такие как будто жгуты проходят в лице, они очень такие сильные и напряженные. Вот эти мышцы хранят напряжение за день и хранят эмоции злости, агрессии в лице. А на самом деле, если те, кто ночью слышит скрежет зубов своих родных, рекомендуйте, пожалуйста, им делать такое упражнение. Я надеюсь, что с вами такого не происходит. Но все-таки они практически у всех у нас перенапряжены. Вы знаете, для женщин могу сказать, что на самом деле вот эти мышцы в напряженном состоянии очень сильно укорачиваются там, да, когда они напряжены, и деформируют все лицо. Мы вот, когда плохо выглядим, сразу сделайте вот это упражнение, которое я вам сейчас советую. Во-первых, вы поможете себе улучшить свое настроение, оставаться всегда в хорошем позитиве, то есть в состоянии ресурсном, в котором мы можем творить, в котором исполняются наши желания, да? И плюс бонус у нас всегда есть еще у женщин особенно, это то, что мы сразу становимся красивыми и молодыми, начинаем хорошо выглядеть. Давайте приступим к упражнению. Оно будет немного забавным. Чтобы его делать, постарайтесь остаться в одиночестве, чтобы не пугать близких. Смотрите, мы найдем сначала эти мышцы, чуть-чуть приоткроем рот, и тогда вы прям их четко почувствуете, они натянутся там в лице, как канаты. И лучше это прям большими пальцами делать, и мы на них прям немножечко как будто повиснем. Вот так вот, да? То есть мы их так нашли. Повисли, приоткрыли рот, уперлись в них и выбрали вектор большими пальчиками, чтобы было практически даже чувствовать боль, да, то есть выбирайте вектор, где больно, потому что мышцы в расслабленном состоянии не должны болеть при нажатии, а вы тут чуть-чуть дотронулись, уже больно, это говорит о том, что там все в напряжении очень сильно. Вот показываю, теперь мы их будем пропевать. Выбрали вектор и начали петь. И делаем ртом такие мелкие жевательные движения. Прям повисли и поем. Очень больно. Больно с одной стороны. С другой нормально. Но вот асимметрия лица, кстати, бывает от того, что с одной стороны. Ну, может быть, жуем больше на одной части. Потом правое и левое имеет смысл, да? Тоже призадуматься, где с какой стороны больше болит. Левая женская, правая мужская. Друзья, ну я не буду прорабатывать свои мышцы лица, потом, конечно, себя погладьте, похвалите за то, что вы сделали такую работу. Вы посмотрите на себя в зеркало, вы удивитесь, насколько лучше вы стали выглядеть. И когда пропиваете эмоцию, да, то сразу можете создавать манифестацию, создавать свои намерения. Я освобождаюсь от эмоций гнева, я освобождаюсь от раздражения, от обид. Я прошу мое тело, мое лицо, мои жевательные мышцы освободиться от этих энергий. Можете взять, разжечь рядом с собой фиолетовое пламя
и туда все это, да, или представить, как фиолетовое пламя вытягивает, вытягивает из лица все эти энергии. Вы становитесь, лицо становится расслабленным и очень красивым. Надеюсь, видео было полезно. Если кто смотрит на YouTube, друзья, пожалуйста, не пожалейте лайка. Я таким образом буду знать, какие именно видео, на какие темы вам интересны. Ну, если вы не подписаны, подписывайтесь, конечно же. Всего доброго, друзья. Увидимся на онлайн-курсе «Баланс».